Здравствуйте. Знаете, сколько людей боится водить машины? Да практически все. Когда вы ругаетесь на проезжающих мимо водителей, олени, козлы, это что? Это ваш страх. Когда кто-то нарушает правила, мечется по дороге, это что? Это его страх. Очень мало людей, которые получают удовольствие именно от вождения, от всего. Они стоят в пробке, они от этого балдеют. Они едут по трассе, они от этого балдеют. Они соблюдают правила, потому что вождение для них кайф. Им не надо дергаться, не надо психовать. Это можно добиться? Да очень легко. Вы можете получать от этого удовольствие и не вылезать из машины с чувством того, что вы разгрузили вагон песка, устали. Нет. Вы можете целый день быть за рулем и кайфовать от этого. Многие профессиональные водители, потому и профессиональные, что им это нравится. Так а почему вам этого не сделать? Это сделать очень легко. Правда. Мало того, вы избавитесь от страха и получите удовольствие. Вместо страха вы испытаете инсайт. Ваше настроение настолько подскочит, вы даже не представляете, что такое возможно. Хотя, может быть, представляете, каждый из нас хоть раз такое состояние переживал. Кто-то в детстве, кто-то недавно. Но если повспоминаете, это было. Как это сделать? Вам кажется, что вы боитесь водить машину? Вам кажется, что вы боитесь лихачей? Вам кажется, что не нравится, как себя ведут другие? Нет, совсем нет. Они вне нас, они лишь пусковые механизмы. Вспомните любую ситуацию, которая вызывает у вас страх. И вы заметите, что как только вы о ней вспомнили, ваше настроение резко ухудшилось. И вы испытали физический дискомфорт. Вам стало неприятно. Где-то сдавило, где-то заколотилось, где-то заболело. Так вот, вы боитесь этой боли. А все, что происходит вне нас, это только триггеры, пусковые механизмы этой боли, этого рефлекса. И если убрать боль, то уйдет и страх. И вы начнете получать от этой ситуации и от этого пускового механизма вы начнете получать удовольствие. Огромное, ни с чем не сравнимое. Как сделать? Очень легко. Что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, ваше желание избавиться от страха, изменить свою жизнь, убрать барьеры своей жизни. А в данном случае вы станете законопослушным водителем, получающим удовольствие от того, что вы сели за руль и то, что вы едете. Второе – наушники. И третье – 2 часа свободного времени. Немного, чтобы избавиться от своего страха, от того, что мешало вам всю вашу жизнь. Конечно, нет. Как это все проводится? Сеанс длится 1 час 47 минут. Сначала вам нужно проговорить свой страх. Про себя, вслух, неважно. Вы должны сказать. Например, я беру, например. Меня бесят лихачи на дорогах. Пусть будет такая. Это моя фраза. Не повторяйте за мной ее слепо. Говорите свои. То, что вас раздражает, пугает. Только ваше. Когда вы найдете свою фразу, вы ее повторите 2-3 раза, и вы испытаете дискомфорт. Физический дискомфорт. Где-то будет давить, где-то колоть. Где-то колотиться, где-то тошнить. Все, что угодно вы испытаете. И вы испытаете ухудшение настроения. Все. Вы молодец. Вы нашли фразу, связанную с вашим страхом. Все, больше от вас ничего не требуется. Аудиокатарсис, все остальное сделает сам. Как? Вы в течение 60-70 минут сеанса, вы повторяете эту фразу и вытаскиваете ее. Аудиокатарсис, вот это гудение, которое вы слышите в наушниках, оно убирает ваш дискомфорт. Уже через этот час вы можете заметить, что фраза, произносимая вами фраза, она не несет для вас уже такой боли, такого негатива. А для некоторых вообще не несет никакого. Она стала безразличной. Для этих людей
с точки зрения классической психотерапии, они избавились от страха. Но нет, я сказал, избавиться от страха – это значит заменить его на счастье. Только такое понимание избавления от страха я принимаю и пытаюсь дать вам. Вам нужно последнюю часть сеанса, 30-40 минут, вам не надо ничего вспоминать. Мечтайте, фантазируйте, планируйте, медитируйте, что угодно. Дайте возможность аудиокатарсису загладить, убрать уже тот негатив, который вы вытащили. Если вы этого не сделаете, то до следующего сеанса вы будете помнить свой страх. Вы будете помнить этот негатив. Не надо. Зачем он вам нужен? Зачем нужно, чтобы мы помнили о страхе? Вот абсолютно ни к чему. На следующем сеансе продолжите. На следующем сеансе продолжайте эту фразу. Вам, может быть, даже будет сложнее ее повторять, потому что она стала для вас безразлична, она несет никакой эмоциональной накраски. А тем не менее, продолжайте. Сигналом к окончанию сеанса будет то, что вы испытаете инсайт. Ваше настроение, как по волшебству, в одно мгновение станет великолепным, прекрасным. Мир станет ярче, звуки громче. Вам захочется в этом состоянии жить. Так пожалуйста, каждый раз, когда вы будете избавляться от своего страха, вы будете получать инсайт. И чем больше страхов вы уберете, тем чаще вы будете жить в инсайте. Ведь теперь каждый раз, когда вы будете вспоминать фразу, ранее приводившую вас в плохое настроение, она будет вызывать у вас прекрасное настроение, великолепное. И жить в этом состоянии вы можете 24/7. Пожалуйста, живите. Я уже сказал, что вы можете пройти этот сеанс бесплатно. Абсолютно. После регистрации на сайте 5 суток аудиокатарсиса дается бесплатно. Для чего? Для того, чтобы вы сами поняли. Для того, чтобы вы сами прошли, попробовали и увидели, почувствовали, что это действительно работает. Это действительно страх можно убрать. За это время вы можете убрать 1-2, если будете там интенсивно работать, может быть 3 страха. И после каждого страха будет состояние инсайта. И этого страха будет, не будет никогда. После этих 5 суток вы можете подписаться, оформить подписку. И вот здесь уже стоимость, в зависимости от тарифа, от 40 до 100 рублей в сутки. Тоже цена практически никакая. То есть смотрите, дешево, быстро, эффективно, навсегда. Инсайт означает, что из вашего участка памяти боль ушла. Боль не возвращается. Если она ушла навсегда. Еще одно преимущество в том, что вы сами решаете, когда провести сеанс, от какого страха избавиться, до какой степени вы хотите от него избавиться. Когда закончить сеанс, только вы и никто больше во всем мире, только вы делаете себя счастливым. Попробуйте, вам понравится. Подписывайтесь на канал, узнавайте, от каких еще страхов можно избавляться. Что не только водить, но и жить можно в кайф. Знакомьте с этим видео своих друзей, пусть они тоже поймут, что жизнь дана нам для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы быть здоровыми, чтобы жить в инсайте. Будьте здоровы и счастливы. Живите в инсайте.